Древнейший народ с богатой историей и культурой. Не зря в Азербайджане говорят, четыре важных дела есть для каждого из нас. Наука, слово, пение и саз. И этот музыкальный инструмент изготавливается из орехового или тутового дерева и считается у азербайджанцев одним из самых любимых. На сазе обычно играют ашуги, народные певцы-поэты. Сначала надо пальцем зажать струну, чтобы вышел звонкий глухой звук. Потом мы должны провести медиатором вот эту вот струну, две струны. Вот сейчас. Потом мы должны на другое отделение поставить палец и также провести. Услышав этот звук, невозможно устоять на месте. Это барабан на гора. Он отличается тем, что музыканты во время игры на музыкальном инструменте ударяют руками, а не используют специальные палочки. Пять частей этот. Основной корпус, этот кожа, веревка, восьмерка и это кольцо. В четвертом классе первый раз на свадьбе играл. Потом уже все. В 90-м году этот я... Уже поступил в музыкальное училище, в 95-м закончился. Потом этот, в музыкальной школе работал, 17 лет работал. А вот этот инструмент азербайджанцы позаимствовали у своего северного соседа. На свадьбах сегодняшних, допустим, азербайджанский вот оркестр, ансамбль представит без гармонии. Но именно вот русский гармонь, о котором мы говорим, да, этот гармонь они стали перенастраивать именно под азербайджанский лад. Поэтому звучание отличается. Азербайджанские песни ярко отражают чистоту, высокую нравственность, внутренний мир, мечты и надежды народа. Классиком азербайджанской музыкальной культуры считается выдающийся композитор Узейр Гаджибеков. В 1907 году он написал легендарную оперу «Лейли и Меджнун» по мотивам истории трепетной бесконечной любви и верности юной красавицы Лейли и юноши по имени Гейс, описанной классиком азербайджанской литературы Мухаммедом Физули. Это первая опера. Это первая опера во всем исламском мире. Это важно, потому что до этого не было ничего подобного. Также Узейр Гаджибеков 25 лет своей жизни посвятил написанию книги «Основы азербайджанской народной музыки». Мугам – это основной жанр азербайджанской музыкальной устной классической традиции наряду с песенно-фольклорным исполнением. Существует 7 основных классических ладов. Это раст, шур, саягах, чагаргах, Байта Шираз, Шуштар и Хумаюн. Мощь, грация и красота. Танец в крови у каждого азербайджанца. Без него не обходится ни один праздник. Выдающаяся танцовщица и хореограф Амина Дильбази внесла неоценимый вклад в становление азербайджанской школы национальных танцев. И сейчас национальным танцем занимаются тысячи людей. В самарском ансамбле «Алпан» более 100 человек. Причем его воспитанники – представители многих народов. Это люди разных профессий и возраста. Однако их объединяет искренняя любовь к азербайджанскому танцу.
У нас мужчина танцует для девушки, а девушка танцует для себя. Поэтому у нас получается такое, что девушка постоянно как бы кокетничает и не дает никакого согласия. Ну, танец – это тоже какая-то часть жизни. Если это сценический танец, то получается так, что под определенную музыку я, как руководитель, составляю рисунок танца, построение, количество людей. Орел, готовый взлететь на горную вершину, или отважный воин. Конечно же, это мужской образ в танце. Танцовщик с легкостью встает на пальцы и стремительно опускается на колено. Есть, например, вот такая позиция. Да, это из горского танца, так скажем. В Азербайджане этот танец называется гайтавы. Вот. Это означает лучник, воин. То есть как бы он натягивает луч и собирается выстрелить. Вот такая позиция или, допустим, вот такая. Вот. Но также мы знаем, что Азербайджан – это страна ханов, беков, шахов. Поэтому там мужские движения более такие четкие, подчеркнутые. Вот, например, вот такая позиция есть. Вот такая позиция есть. Например, рука вверх. То есть пальцы здесь соединены. Большой палец к ладони. У женщин шаги плавные и спокойные. В танце задействованы глаза, плечи и руки. Это обусловлено костюмом, ведь у танцовщиц длинная тяжелая юбка. Азербайджанские танцы всегда приковывают внимание зрителей и заставляют невольно двигаться в такт. Причем даже если не знать сюжет, то по движениям танцоров можно легко понять, о чем они хотят рассказать. Праздники в Азербайджане проходят шумно, красочно и весело. Навруз считается одним из главных и любимых. Он отмечается 21 марта и символизирует приход весны. Название в переводе с персидского означает «новый день», «начало новой жизни». Празднику предшествуют 4 вторника, каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий. Первые 4 недели они посвящены 4 стихиям. Это вода, огонь, ветер, земля. Ну, если по-азербайджански, то су-чаршембесы, ол-чаршембесы, ель-чаршембесы и турпах-чаршембесы, или ахрек-чаршембесы называется, то есть последний вторник. К Наврузу принято готовиться заранее, наводить порядок в доме, а также готовить различные блюда. Главным символом праздника считаются пророщенные ростки пшеницы, перевязанные красной лентой. Не обойтись в этот праздник без цветов, сладостей и украшений. С Наврузом также связано много народных традиций и обычаев. Нужно 7 раз перепрыгнуть через костер. Это делается для того, чтобы все невзгоды остались и погорели в этом огне. И надо приговаривать определенные слова, ну, если переводить на русский дословно, то есть беды тебе, удача мне. Мы никогда не закрываем двери на Новрус, потому что любой человек может зайти и отпраздновать вместе с нами, полакомиться сладостями и нашими вкусными блюдами. Иногда к нам приходят гости, который приносит с собой яйца, и чтобы мы с ними, так сказать, в схватке решили, кто из нас сильнее, побив эти яйца от друг друга, и тот, кто разбил яйцо соперника, тот и выигрывает. Азербайджанцы очень общительны, часто собираются вместе и ходят друг к другу в гости. У них развито чувство юмора и склонность к самоиронии. Умеют говорить длинные и красивые тосты, не забывают о вкусной пище. Любят развлечения, комфорт и красивые вещи.